Всем здорово, ребят! Ну что, наконец-то я добрался до сардельки с этими, блин, обновлениями, видосами. Никогда не успеваешь заняться без донатом, но это оправдано, потому что я вам делаю топовые видосики по сборкам, инфо-видосики, ну и прочую всякую фигню и ролю, поэтому я не всегда успеваю фармить вовремя. И у нас сегодня будет такое, знаете, не особо, наверное, и веселый, и не особо печальный видос. Я решился все-таки заняться здесь гильдией, потому что я много пропускаю, постараюсь по возможности каждый день заниматься гильдией, открою набор, переименую, скорее всего, гильдию, то есть это вы узнаете уже в следующем, думаю, видосике. Я подумаю, как это сделать, что сделать. У меня вроде на основном аккаунте здесь есть стирачки, там 10 штучек нужно. Ну а у нас будет сегодня веселый видос, будем кикать рукожопов, потому что я уже не один раз предупреждал, что я битву гильдии не пропускаю, я всегда ее фармлю. Но есть такие ребята, которые просто тупо забивают болт, и поэтому сейчас будет все очень весело. Вот смотрите, у меня аккаунт 93к 1935. Вот ребята бегают, аккаунты, которые АФКшные там и прочие, они просто не бегают. Я уже говорил за это, и я считаю, что я поменяю немножко лояльность и правила. Надо. Так, давайте сейчас мы их где-то посмотрим. Надо все-таки выделять каких-то там 10, 20, 30 минут, если ты состоишь в гильдии, чтобы пройти хотя бы битву гильдии. Я не говорю про атаку фортов. Но битва гильдии идет целые сутки. Поэтому вот так вот все печально. Я решил это сделать сегодня, чтобы ребята, если захотят, смогли вступить в другую. В общем, АФК, Шакидов, Витек, Дейзет. Поехали. Ну, других вариантов просто нет. Дейзет. Управление. Так, как тут оно кикается? Выгнать. Окей. Шакидов. Выгнать. АФК. Так, кто там у нас? Так, Витек. 23 и ПК. Попряг. Овздав какой-то. Короче, жесть. Я напишу там в следующем видосе. Думаю, я займусь более плотно, потому что надо качать и смотрителей гильдии. Ну и куча всего. Поэтому все будет, думаю, good. Даже думаю про гильдейские розыгрыши. Так. Выгнать. Витек тоже. Добряк тоже. Этот тоже вроде не было. Он здрав. Если кого-то не того кикнул, сори, ребят. Я после роллингов запарился. Так, добряк, здрав, пакет. Еще циферки надо кикнуть. И все будет good. Из-за этого мы атаку фортов просрали. Это такое, там больше моя вина. Так, окей. Так, еще надо одного. Вот. Теперь, кто не прошел битву гильдии, будет автоматом получать кик. Я считаю, это нормально, так как гильдия бездонатная. И все реально хотят плюхи. Из-за того, что некоторые забивают болт, страдают другие. Я стараюсь проходить и основой, и без донатом, с арделькой здесь. Поэтому не хотите, не играйте в гильдии. Хотите, ищите другие гильдии. Ну, я считаю, так будет правильно. Такс, окей. С этим мы разобрались, теперь мы поехали дальше. Поехали мы
Опять же, я, блин, тупо проспал плюшки из-за видосов, из-за наших стримов веселых. Я забрал, завтыкал плюхи. Но 21-го я не получу сундуки. К сожалению, блин. Ну, я радуюсь то, что я вытащил. Так, карта богатства, парящий остров забрал, коллекционер героев, ну понятно, на 1800 самого мы ничего делать не будем. Меня радует то, что я получил исцеление на тыковку, теперь она у меня хорошей прокачки, топовая, так, сундучки, наконец-то можно пофармить лаву, потому что, блин, рифт ничего не светит. Ну, интересно. Мне просто интересно, знаете, что зайти сюда. Смотреть. Ну, тут 180 тысяч силы. Это мне надо нормально силушку поднимать. Такс. Будет все полностью переустановить, так как из-за обновления, которое наконец-таки вышло, можно хоть бегать уже нормально и фармить все нормальное сарделя. Вот, так что вот так вот, ребят, по поводу приема я переименую гильдию, чтобы она была понятна для многих, потому что гильдия у меня, я не знаю, вот насчет вопроса донатов, без донатов, кого принимать, изначально была идея без донатов, но без доната немножко неответственно, донаты хоть немножко больше играю, хоть и с другой стороны я понимаю прекрасно, что с донатами будет проще развиваться без доната вместе. Вот, поэтому, возможно, я пишите в комментах, что вы думаете по поводу название гильдии, как переименуем мясокомбинат, это уже прошлое, надо что-то поинтереснее. Второе, по поводу кого будем принимать, донаты, без донаты, какие ограничения, потому что сильно выскочить в топ тоже не хочется. Там нас будут размазывать, надо держаться топа, соответственно, прокачки своих героев. Хотя, в принципе, я уже, как видите, имею фрайку хорошую, поэтому можно без проблем пробовать трешевать. Вы чё, сарделю не вводите? Вы чё, офигели? Посмотрите, я вас запомнил. Я вас вычислю потом в рейдах. А, вот, и... То есть тут, знаете, такое, либо делаешь, либо не делаешь, поэтому я решил немножко поменять тактику. А, русский сервер, он хардкорный, вы как знаете, нам не дают половину акций, половину всего, поэтому реально есть желание здесь потрешевать. Ну и плюс я еще на Айсе начал играть, я не знаю, как я там буду бегать, часто, не часто, но думаю, буду, по крайней мере, заходить, смотреть, проходить что-то тоже буду. Надо к этому серверу тоже привыкнуть, телефон рядом под рукой, всегда можно зайти, в этом есть плюс. Так, окей, что у нас сегодня интересного еще будет? Это такой, знаете, информативный видосик. Такс, надо вот это забрать, вот это забрать. Я, кстати, давно уже не фармил самики. Надо начинать. Такс, отлично. Потому что нам надо очень многое здесь сделать на этом аккаунте. И плюс открыли шар, и мне надо фармить. Давайте попробуем. Вот там были застряли на подземочке. Так, Анубиса оставляем таким. Землеройку убираем. Тыковка есть. Райка есть. Купидончик есть. Вот такой вот вариант. Мне надо еще, кстати, шестую таблетку открыть. Я в 5 героев бегаю, как нуб. У нас по магии. Кстати, улучшал. Нам надо магию 17 уровня. Надо здание ставить. Хочу я дотащить шестые кошмарочки и заняться немножко древними. Так, что у нас по поводу волн? Волна.
До этого мы дойдем. Так, с кошмарка. Вот на кошмарке я застрял. Восьмой. Здесь веселая кошмарка. Здесь надо и юниты, и все остальные. Сейчас мы давайте наймем юнитов. Мне нравится, мы вчера бегали. Ну, у вас это уже будет позавчера. Проходили на стриме волну Джей. Панились. В итоге была куча фана по поводу найма юнита. В итоге мы волну Джей прошли без юнитов. Кому интересно, можете посмотреть видос. Попыток, наверное, с 30 мы потратили, где-то так. Думаю, не больше, но мы зафармили. Ну, соответственно, там, конечно, у меня героя максимальных прокачек. Такс. С Аксой мы вроде все такое зафармили. По плюшкам пооткрывали все, что было такое сладкое. Каменки, все дела. Давайте еще заберем. Спасательные круги. Так, отлично. Ну что, поехали, попробуем. Я уже думаю, завтра будет больше времени у меня. Я уже дофармлю. Дойду до этой заветной подземки нашей любимой. У нас уже тотемы есть. Ну, надо магию прокачивать. Без прокачанной магии здесь, конечно, жесть, ребят. Я вам скажу так. Куча автопрокеров. Но если повезет, если удачный будет заходик. И у нас сейчас ударит Анубис, который просто тупо миссанул из-за того, что ударил Вольт. Блин, обидно. Вот реально обидно. Посмотрите, как мы хорошо зашли. Какой офигенный заход был, ребят. Скажите, что кайф. Так, ладненько, давайте. Давайте еще потратим. Сколько тех самых на бездонате? Для чего они вообще нужны? Поехали. Было бы седнушка, конечно, было бы вообще топовенько. Так, есть. Делаем так, морозим. Кидаем Анубиса. В Анубиса все ударили, выкидываем других. Оттягиваем щит немножко и... Надеемся на то, что Анубис... Как обычно, опять... А, знаете, что за прикол? Я думаю, что за фигня? Вот я нубас. Это просто жесть, ребят. Все ведь очень просто. Все очень просто. Надо было просто сделать вот так вот. Да. Поехали. Заходик номер 3. Кидаем Анубиса, он ударил всех, получил люлей, в итоге просел. Все переагрелись на кого-то другого, но меня радует. Ну, удар. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ребята, давайте тащите, Фрейка, я в тебя верю. Убивай быстрее черепа. Так, ну что, ребят, можете меня поздравить. Кошмарочка 6-8. Так, не сливаться, эй. Фактически уже зафармлено. 42%, 43%. Че, возьмем на 3 звезды ее? Ворожей, давай снимай дебаф. Кошмарочка... 6-8 взята. Это радует. Это все тыковка. Конечно, без тыквы, как видите, я не знаю. Но думаю, мы успеем. Видите, даже можно при такой... При таком составе пробовать. Хоть у меня и не прокачано очень сильно. Магия, ну, нам этого хватает. Тут классно, очень классно льдышка работает.
против башен, это вообще топчик, ребята. Посмотрим, минута осталась, возьмем ли мы 3 звезды. Было бы неплохо за один этот заходик сразу же 3 звезды апнуть. Думаю, должны. А может, сейчас посмотрим, конечно, ЛДшка хорошо справляется со своей задачей. Прайка сейчас добьет внизу, 30 секунд, Анубис. Ну, я думаю, шансы есть. Должны. Давай, Фрейя, тащи. 38 секунд. Я вас верю. Конечно, башенки. 30 секунд, ребят. 30 секунд. Так, тут у нас таблетка. Пошел ворожей. 24 секунды. Давайте, надо 3 звезды. 3. 19 секунд. Чтобы я больше к этой подземке не возвращался. 15. Тащите, блин, 11. Есть. Просто кайф. Отлично. Ну что, поехали, попробуем. Попробуем дойти до самого интересного. Подземка 6-9. Я уже даже не помню, где тут. Тут там и стоят. Но я помню, что здесь можно просто вот так вот делать. Так. Самое главное не профукать черепа. Просто отлично. Ну вот и все. Как видите, эта подземка попроще фармится. Так, тихо. Эй, тыковка, ты что? Где разгончик? Отлично, вот, теперь совсем другое дело. Даже без слива, ребят. Просто кайфуша. Ну а дальше просто будем, я думаю, мучиться с вами очень долго. Потому что тут реально надо будет помучиться на следующей подземке. Для нее я буду, наверное, отдельный видос даже вам пилить. 6. Наконец-то мы дошли до 6-10. Тут будет у нас длинная очень история. Очень веселая, очень длинная. Зря я там заморозку, конечно, кинул. Но тут у нас будет весело. Тут и демоны, тут все дела, ребят. В общем, здесь будет веселуха. Попробуем ее пройти. Не знаю, ли получится у нас на 3 звезды, но будем стараться. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.